Всем привет, меня зовут Маша. В этом видео я представлю моечный аппарат торговой марки Hütter модели W165QL и покажу, как собрать и использовать его. Моечный аппарат высокого давления предназначен для бесконтактной мойки машин, очистки садовых дорожек, фасадов зданий, тротуаров и других уборочных работ. Мойка обладает мощным двигателем и способна создавать давление воды в 165 бар, благодаря чему без проблем справится с самыми сильными загрязнениями. В комплект мойки Hütter данной модели входит сама мойка, ручка с бобиной, рукоять пистолета-распылителя, колено пистолета-распылителя, шланг высокого давления, пеногенератор, держатель и подставка для пистолета, фильтр, фитинг для подключения подающего шланга, две форсунки, фурнитура и инструкция по эксплуатации с описанием сборки. Для устойчивости корпус мойки оснащен специальными ножками. Внутри него расположена металлическая помпа. Данную модель удобно хранить благодаря барабану для наматывания шланга и перемещать с помощью ручки и колес. Вначале необходимо установить ручку на корпус мойки. Для этого поставьте ручку в паз и закрепите тремя саморезами. Для комфортного хранения мойка оснащена держателем и подставкой для пистолета. Установим их. Прикрутим шланг высокого давления к выходному алюминиевому штуцеру. А к входному штуцеру прикрутим фильтр для предотвращения попадания мелких частиц, содержащихся в водопроводе. Мойку и источник воды соединяет шланг 0,5 дюйма. Он прикрепляется с помощью HPS-коннектора. Откручиваем фиксирующую шайбу и надеваем ее на шланг. Вставляем шланг под лепестки. Затем прикручиваем шайбой, которая зажимает лепестки. Быстросъемный коннектор вставляем в фитинг до щелчка. Теперь соберем пистолет-распылитель. Вставим колено пистолета в рукоять и провернем его для фиксации. После присоединим шланг высокого давления к штуцеру на пистолете. В комплект входят две быстросъемные форсунки под струю 0 и 25 градусов. Надеваются они до щелчка. Чтобы их заменить, потяните кольцо на себя. Мы установим для помывки машины форсунку 0 градусов. А теперь подключим мойку к сети. Обратите внимание, что длина силового кабеля составляет 5 метров. Откроем кран подачи воды и переведем переключатель в положение ON. Все готово к работе. Проверим мощность мойки, помыв машину. Надавив на фиксатор кнопки включения на ручке пистолета, нажмем на курок. Для начала ополоснем всю машину. Смоем пыль и слякоть с поверхности, что позволит моющему средству воздействовать на глубоко въевшуюся грязь. После нальем шампунь в пеногенератор и вставим его в пистолет. Нанесена. Теперь осталось смыть все напором воды под давлением. Для более эффективного удаления грязи держите распылитель под углом в 45 градусов. Мойка высокого давления Hütter обладает высокой мобильностью и не зависит от источника воды. Так она может работать даже от резервуара. Перед запуском мойки заполните шланг водой так, чтобы в нем не было воздушных пробок. Мощная мойка высокого давления Hütter гарантирует вам идеальный результат. Рекомендации по работе с мойкой, требования безопасности и указания по уходу за оборудованием вы найдете в инструкции по эксплуатации. Обязательно ознакомьтесь с ней перед работой. Соблюдайте эти простые правила, и работа с мойкой будет приятной и безопасной. А наша продукция станет вашим верным помощником на долгие годы. Всем пока, еще увидимся!